Привет, сейчас я сделаю пакет трейсер 9.2.2.7. Здесь у нас OSPF для IPv6 в трех разных областях. Здесь есть адреса IPv6, ну и есть инструкция, как это делать. Здесь все очень просто. Например, начнем с RA. Сначала нужно включить IPv6 адресацию. Для этого enable configure terminal и IPv6 unicast routing. Все, мы включили IPv6 адресацию. И нужно настроить OSPF V3 на RA и идентификатор маршрутизатора 1.1, ID процесса 1. Поэтому для этого пишем IPv6 router OSPF 1. И здесь router ID 1.1.1.1. Все. Дальше нужно настроить сети. У нас здесь будет три сети. Вот это и вот это. То есть мы пишем, заходим в этот интерфейс, прописываем network. Ну, в общем, заходим в этот интерфейс, прописываем, что это область 1, в этот область 1 и в этот область 0. Также я заранее подготовил вот такой вот файлик, чтобы быстрее просто копировать команды и не вводить вот эти вот интерфейсы кучу раз одно и то же. Вот RA, мы видим, что у нас здесь G00, IPv6 OSPF, Area 1, 01 Area 1 и S000 Area 0. Вот. Чтобы это все не копировать, я вам советую тоже сделать файлик, так как на других маршрутизаторах у нас то же самое. Вводим. Все, мы настроили RA. Таким же образом нужно настроить RB и RC. У нас меняется только идентификатор, ну и области. Закрыть. Захожу в RB, командная строка. Enable configure terminal. Здесь у нас опять включаем unicast routing, OSPF 1, router ID у нас тут двойки, ну и также интерфейсы. G00 у нас area 0, здесь у нас все по нулю, все нулевые area 0 везде, потому что все три находятся в зоне 0. Все, это ввел. И теперь RC, то же самое. Только у нас зона 2 на G00 и G01. RC, командная строка, enable configure terminal и вставляю команды. Все, RC мы тоже настроили. Видим, что у нас 100 баллов из 100. Это очень простое задание, так же как и прошлое. Просто нужно настроить в разных областях. Смотрим область, смотрим где она находится и все. На этом все, пока.